такси карманные, 19 век. Только в деревянном футляре. И он тоже там. Рады мои, тут написано, что русское чудо. Три поколения вятских мастеров Бродниковых изготавливали карманные часы из дерева. Понимаете? Впервые в истории человечества сделал, поставил свои часы в 1837 году. Приобрел часы наследник престола, будущий император Александр II, находившийся в то время в Вятке. Русская диковинка. Сохранилось их около 40 экземпляров. Рады мои. Это вот деревянные часы, кажется. Полностью из дерева. Обалдеть. Русское чудо. Вятские мужики сделали.